И всем привет, ребят, с вами Старбанк, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новому замечательному спецрежиму с гранатами. Сегодня мы его вместе с вами протестируем, посмотрим, как он себя показывает в рамках матчмейкинга, как вообще работает это все дело, насколько она актуальна, насколько она интересна. Можно так сказать, это будет полноценный обзор на новое обновление и на новый припас в виде гранат. Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 20 тысяч танкоинов, на 3 миллиона кристаллов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный тег TagTeamP, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что касаемо вооружения, есть у нас возможность выбора чего-то интересного, да, для того, чтобы отыграть как раз-таки в этом спецрежиме. Ну и давайте, наверное, возьмем Крусейдера. Возьмем Крусейдера Грома. Останусь я пока что на пушке Гром. Думаю, что мне там особо сильно это никак не будет ролять. Также у нас повышен шанс выпадения голдов в этом режиме. Ну и есть возможность как раз-таки накидки этих самых замечательных гранат. Я уже посмотрел с утра прям с самого, как Колянчик Колямба, кто вдруг не знает, катал на стриме и закидывал эти гранаты. Ну а теперь настало уже наше время попробовать реализовать это все дело. Ну и хотелось бы попробовать, например, с одной гранаты уничтожить сразу там 3, условно 4 танка. Реально ли это вообще сделать? То есть найти такую кучу, накидать туда гранатулечку и дать плотненького контентика. Сейчас мы все это вместе с вами проверим и рассмотрим. Также у меня есть информация, что эти гранаты будут в дальнейшем преображаться, да, и будут появляться новые фишки с этими гранатами, да, то есть если сейчас у нас есть только граната, которая, по сути, наносит... Так, а на какую кнопку она вообще, эта граната? Так, у нас голд будет где-то падать. Давайте попробуем покидать пока что урон. И потом как раз-таки от гранатки... Ага, на F она накидывается, все, понял. Так, гранаточка вот так. И подрывается она где-то через 3 секунды, плюс-минус. Плюс-минус работает так же само, как работает... Ой-ой-ой, что такое? Нифига, сработает? Ух, полторушка заехала! А сколько максималка у этой гранаты? Только я не понял, почему она по такой траектории полетела, непонятный. Так, это у нас получается дефолтная ТДМ-ка? О, так это вообще кайф. По режиму прям супер кайф. Да, только вот единственное вопрос в том, как эту гранатку по-вкусному реализовать. Как по-вкусному реализовать эту гранатулю. Вот давайте. Ах, не успел я чуть-чуть нажать. По идее, можно было бы закинуть гранатку чисто под противника. А интересно, если я, например, на скорости врывать буду жестко, граната тоже полетит. О, да-да-да-да-да-да-да, ептить, нифига себе. Ух, по полторушечке по двоим залетело. Прикольно, прикольно. То есть, если на скорости, на кризисе влетать, то можно сразу под несколько танков на большое расстояние кинуть этот контент. Так, а насколько долго она регенерируется? Уж я смотрю, что у меня уже нету ее. Она, наверное, один раз с респа только? Один раз с респа, походу, только, да? Больше у нас она не будет появляться, если ты как раз-таки не сольешься. Понял, прикольно. То есть, грубо говоря, за каждый респ у тебя есть возможность накидочки одной плотненькой гранатки. Ну, неплохо, неплохо. Так, дополнительно еще миночки можно ставить. То есть, как дополнительный припас, если честно, выглядит круто. То, что у тебя есть дополнительная возможность наноски хорошего плотненького урона по противнику. Давайте сюда закинем контента ему. А сплэш? Нет, сплэш тоже небольшой. Сплэш тоже небольшой. Так, два золотых ящика у нас сейчас будет. Попробуем, если в центре ворвать как раз-таки прям под голд. Прям под голд ворвать. Есть ли в центре золотой? Да, есть. Здесь в центре голдецкий. И под голд как раз таки ребятки играют. Блин, только сильно закинул походу, да? Да, чуть-чуть сильновато закинул. Если бы чуть-чуть без скорости давал бы, либо поближе. Ой, не поближе, а подальше был бы, то может быть залеталово бы, произошла бы вкусная. Так, ну вот с Крусейдера если еще продленку сверху давать, выглядит прям это все очень круто. Но это единственное, что нету кулдауна у этой гранаты. Если был бы еще кулдаун, и по сути можно было бы еще бы продлевать сверху.
То есть, условно, там, через какой-то период времени появлялось, да, я бы не респился, то было бы, наверное, получше. А так мне, по сути, надо уходить специально на респ, чтобы у меня эта граната новая появилась. Но так, в целом, прикольно. Прикольно, прикольно. То есть вот именно на режимах, где типы кучкуются, это выглядит прям очень неплохо, да? То есть у меня вообще, по сути, комбинация, которая под кучей работает идеально. Так, попробуем туда закинуть. Да, блин, с хорошим таким расстоянием. Через пол карты можно закидывать. Просто через пол карты. Все, один килл остается у нас до конца. Я его даже сделать не успел. Так, ну у нас быстрая досрочка. Поэтому я предлагаю, если честно, сыграть еще одну каточку. Только я вот посмотрю, особые заданки я открывал. Да, вроде как все открыл. Вроде как все считается. Ну ж супер! Если честно, мне очень сильно нравится идея того, что это спецрежим в ТДМке. Да, с повышенным еще шансом выпадения голдов. То есть ТДМ сам как режим для фарма очень крутой. Да, а тут у вас есть возможность еще и сверху добавки, да, то есть у вас есть добавка в виде гранаты, плюс вы можете хорошо накидать по противнику, набить хорошее количество очков, опыта и заработать сверху еще хорошее количество кристаллов. То есть выглядит прям супер круто, но я думаю, что эту тему можно полноценно развивать, да, то есть идея сама выглядит очень неплохо, как дополнительный припас, который не так просто реализовать, да, но можно придумать что-то еще дополнительное, и надеюсь, что оно уже в ближайшее время как раз-таки появится, да. Ну а так, как гранатка, залетает довольно-таки неплохо. Если еще к ней приноровиться, понять траекторию, как она будет лететь, то я думаю, что можно прям очень плотненько наваливать. Так, закидывает меня на мосты. Мосты, мосты, мосты. Ладно, давайте попробуем. Интересно, на мост залетает? О, нифига себе. Ну, тут какая-то траектория от корпуса непонятная, если честно. Немного не понимаю, от какой части танка зависит полет этой гранаты. Вроде как она не от пушки летит. Либо я пушку просто дернул немного. Не понял, короче, что произошло. Но факт того, что я порашляпил целую гранату, это точно было. Это точно было. Так, я здесь еще и сливают по-быстрому. Так, Лайтич, кстати, против. И Амстердамыч за меня. Нормально. Два бойца, которых я знаю. Интересно, вот сюда от моста реально долет делать? О, да, идеально, короче. Ты просто сначала... Ух, еще и трешка! Еще и 3000 дэмэджа наносит. О, так а подождите, а по трешке-то можно же нормально накидывать по ощущениям, не? Если по трешечке кидать каждый... То есть это, грубо говоря, уже как... Прячемся. Это уже как... Ну, домашка целого среднего танка. Это прям выглядит очень вкусно. Но надо попадать, надо четко попадать. То есть с плышом получается по полторушке залетает. А если четко под танк кидаешь, то 3000 дамага. Но трешка выглядит прям очень круто, если честно. 3000 урона за такую движуху, я считаю, что это очень вкусно и успешно. Так, пробуем еще покидать здесь дамажки. Противничек как-то у нас очень на пассивах играет. Даже некому сосулендру дать. Ну и контентовую. А, еще и промазал. Ладно, хотя бы 1000 урона залетело. Так, от стенки попытался еще добавить. Так, ну и что? Сначала моста я могу накидывать прям до базы противника, да? Давайте попробуем. Летит у меня такая котлета. Оп. Блин, что она опять вот по траектории какой-то непонятной полетела. Блин, поторопился. Можно было сейчас эту гранатку под голд оставить. Ой-ой-ой. Можно было сейчас под голдик ее бы тушануть. Ладно. Страшно. Ничего страшного. Так, еще где-то голдецкий падает у нас. Это там, да, вроде? Или сзади меня? А, во, контейнер летит. Нифига себе. Нормально, текучек фармит бабки. Фармит баблицо. Так, ну у меня задача может быть даже немножко поумирать.
чтобы покидать гранаты. Так, вот сейчас под голд выкинуть какую-нибудь котлетку, где только голд. Найти бы точку голда. Найти бы точечку голдица. Голд на центре. До центра долетает. Ну, практически, практически до центра. Но только не подорвало никого. Практически до центра докинул гранатку. Так, ну вот самое прикольное, это ну, вот кидать отсюда от моста. Кидать отсюда от моста. Так, сразу Суленду по Лайтычу. По Лайтычу сразу даем, если что. Чтобы Лайтыч тут не наваливал сильно. По Лайтычу сразу котлету. Так, и вон туда гранатку запихиваем. Ух ты, нифига себе, ну. Тут отскочило. Чуть-чуть отскочило не туда, куда я хотел. Хотел я ее запульнуть прям очень вкусно. Хотел я запульнуть ее очень вкусно. И получилось. Блин, хотелось бы, знаете, каких-нибудь там 3-4 танка унести с одной гранатки для контента. Это было бы, я думаю, что прям очень круто. Так, 94. 94. Точка у нас. Команду. Так, в принципе, если я даже здесь сольюсь, будет неплохо. О, риски падает. Противничек играет. Там голдосик. Ловил в голову. В говяшку. Так, мы сделаем такую движуху. И еще продлить хотел, но не получилось продлить. Так, пробуем гранату сейчас накинуть через лево. Либо под голд. Голды тут, в принципе, повышены. Поэтому, может быть, и даже лучше до голда подождать. Потом под голд долбануть эту котлету. Или вон туда вниз. Давайте туда попробую вниз. А, все, понял. Короче, оно по корпусу реагирует. Оно по корпусу реагирует, если ты, короче, она летит чисто от центра корпуса. Все, понял. И не от пушки, а от центра корпуса летит эта граната. Все. Понял, как это работает. И понял, опачки, мега голд. Делитимся, чтоб под гранату. Под гранату, под гранату. Хочу, хочу быстренько под гранатку. Ого, еще и вижу. А, подождите, а где мега голд? А где из них мега? А, мега слева падает. Куда я ее уже закинуть? О, в троих! Ай-яй-яй, блин! Могла в троих котлета залететь. Но к глубочайшему сожалению, я стрейфанул корпусом немножко, и у меня сразу она полетела по другой траектории. Можно было бы по троим хорошую гранатку оформить. То есть механика прям очень крутая, но к ней надо привыкнуть. Да, то есть надо привыкнуть. Если привыкнуть, то я думаю, что есть шанс прям очень хорошие дополнительные очки с этого иметь. Так, туда закинем такую чисто сардельку. Ага, не сработало почему-то, не понял. Как под противника летело. Но не срабатывало. Так, здесь можно хорошо вот так вот дать сосулендру. И продлить сразу. По бойцам. Урон. Хорошо. Еще и гранатка от нашего тиммейта залетела. Вкусная на двоих. Ну, вот этот диктатор, кстати, очень неплохие гранаты дает. Такое ощущение, как будто он уже прям плотно приноровился. И понимает, как эти гранатки надо грамотно закидывать. Да. У меня все-таки еще опыта такого нету большого. Все-таки первый бой только играю в этом режиме. Но есть такое ощущение, как будто я в этой ТДМочке на выходных точно бодрить буду. Точно бодрить буду в этой ТДМке. Хотя из вот такого режимчика выглядит прям очень круто, что можно зафармить и дополнительные очки с гранат. Да? И можно, в принципе, поиграть в ТДМе в режиме, который еще и запикивать будет быстрее, да, чем в обычный, например, режимчик. Так, гранатка от противника залетает. Так, ну и куда бы нам сосулендру, наверное, вот такую дадим. Ой-ой-ой, почти залетело. Ой, и гранатку. Гранатку легенькую. От противничка. Эбут! Хорошо, хотя полторушечка тоже неплохо. Хотя я мог бы его, конечно, наверное, и сам добить. Но полторушечка все равно вкусненько выглядит, когда так закидочку делаешь. 1500 урона. Можно здесь попробовать по мамонту закинуть. Такую гранаточку чисто ему под ноги. На 2400 чисто тушеночки дал. Мэн, ну это очень круто. Вот это очень круто, что ты можешь просто с той точки, где под тебя даже обзора не будет,
под тебя даже прострела не будет в зоне, и ты просто даешь гранаточку и спокойно рубишь противника. Блин, выглядит реально прикольно. Реально прикольно. Не знаю, я что-то как-то даже вдохновился. И есть желание поиграть в этом спецрежиме. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Как вы смотрите на все эти гранаты. Зашло ли вам это обновление. Зашел ли вам этот спецрежим. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.